шипованная резинка-то. Машина, если можно, отойдите, пожалуйста. Да правда, что ли? Нарушаете же! Автомобильчик у нас без наклеенной буковки Ш. Такой треугольничек должен быть при такой резине. Я знаю, что вы мне сейчас пишете. Мне, да? Мне? Конечно, или вот. Все, вот или как. Вы все это раскидаете на несколько. Я нарежу. Я нарежу в лучших традициях, да. Все. Я реально нарежу. А все самые интересные моменты просто. Самое интересное я оставлю. Все. Я оставлю. Это для вас интересно. Для зрителей. Для, для зрителей. Повторяю вам, вы сотрудник полиции. Я понимаю, вы сотрудник. Вы сейчас еще раз. Все куски. Да, сейчас вырежу. Да, вот это вырежу, дайте. Не надо вот это вырезать. Я понимаю, что вы сотрудник полиции, поэтому второй раз у вас. Гуркин научил вас, да? При чем здесь Гуркин? Вырезать там еще банда провокаторов не хватало, да, слово? Ну, я не знаю, что там. Никогда по тебе фамилию. Денисел ПОВ. Запомните. Ну вот. Пашенька оформляет. Говорят. Нарушает. Пойдем посмотрим, кто его оформляет. О. Вот такого. Шкода 0883. Ольга. Что-то знакомое. Что-то знакомое. Ну-ка посмотрим. Буковки Ш у нас нет. На колесике у нас. Колесики-то у нас шипованные. Как нехорошо. Мы сейчас вам посмотрим. Дорогие зрители, покажем. Ну, пишите, зрители, да. Сейчас мы вам покажем. О, смотрите, колесики-то шипованные. Ну как нехорошо нарушать самим и подавать такой дурной пример. Гражданам, а? Это ж просто. Не прошли его техосмотр. Я снимаю кино. А вы кто? А вы кто такой осипший, охрипший? Нет, я... Не важно, что вы осипший, охрипший, но важно, кто вы. И что вы там делаете. Ну вот видите, как вот полиция у нас разговаривает с гражданами. К ним обращается, не представляется. Ну что за... Учится на собственных ошибках. Вот такой вот замечательный Денисенко, судя по некоторым данным. Не хочет совершенно идти на контакт с гражданами, невежлив. Неважно, почему он там осипший, охрипший. Это отсюда ракурс лучше. Более киношный. Правильно, Денисенко? Никогда по тебе фамилию. Денисенко, ОВ. Запомните. Я запомню. Не надо меня коляпать, Денисенко. Я потому что не знал. Ну, кого товарищ хоть снимает кино, говорит. Так и потому что надо представляться, когда обращаетесь к гражданину. Я разговариваю сейчас с... Вы вышли... Вы вообще кто? Это мне надо? Это мне надо? Ко мне не обращаюсь. Это мне надо? Ко мне не обращаюсь. Это мне надо? Я не знаю, кого это надо. Это закон от вас требует. Вы обязаны это сделать. Да это не я как хочу, это вы обязаны сделать. Выполните закон о полиции и все. Для меня вы Денисенко будете. Пока вы не представитесь. Кому? Я слышал Денисенко, поэтому так нас называют. Еще раз говорю, я поехал на фамилию. Я Денисенко. Ну представьтесь. Он уже представился, Денисенко. Полностью. Лейтенант полиции. Да. Что вам еще нужно поставить? Должность. Я вам сказал, лейтенант полиции, еще раз, если вы не запоминаете. Лейтенант полиции, это что? Должность? Не надо со мной дискуссироваться. Не, подождите, вы с какого года служите-то? Нам. Мне. Денисенко. Я сказал. Расскажите мне вашу должность. Эх, Денисенко. Тест вы не прошли. Да все, я не хочу с вами разговаривать, вы мне неприятны. А вот у нас пассажир, который изначально
в виде почтальона бегал и все что-то передавал. Денисенко, кстати, ну, Денисенков или как, я не знаю, он не представился в полном объеме, поэтому не знаю. Бегает он незаметный, в жилеточке. Нет? А, так нет, нет у меня жилеточки, оказывается, никакой. Нет, нет у меня. Просто темный человечек. Автомобильчик у нас без наклеенной буковки Ш. Такой треугольничек должен быть при такой резине. Однако его нету. А кто такой Денисенков Андрей Николаевич? Это тот, кто составлял материал отношений у вас. А вы тогда... А вы тогда каким образом мне с материалом сейчас знакомите? Скажите. Вы имеете право ознакомиться с материалом дела. Ну вы кто по данному делу сейчас на данный момент? Я? Да. Свидетель. Свидетель? Вот это поворот! А вы не лицо, в производстве которого находится дело, так? Почему не лицо? Ну оно в вашем производстве находится. В моем, я тоже как свидетель здесь подхожу по данному делу. Я понял, все хорошо. Грамотность у вас на уровне лучших конспекторов Солнечногорска. 61 статья мне не разъяснена, которую вы знаете лучше меня. Откуда вы имеете право свидетельство про себя и своих близких. Так может уволитесь, и я в полицию пойду работать. Ну, приходите, у нас как раз не хватает. Я сказал, сначала уволитесь. От кого уволитесь, тогда зовите. Мы с вами заочно знакомы, так как вы составляли в отношении меня постановление. Ну вот. Как говорится. Шипованная резинка-то. Машина, если можно, отойдите, пожалуйста. Да правда, что ли? Нарушаете же! Ну нарушаете же! Андрей Николаевич, нарушаете! Нарушаете, знак шипы не имеете! Как так-то? Вы же водитель, да, транспортного средства? Конечно, я. Давайте ваш напарник составит в отношении вас административный материал. 500 рублей, 250 со скидкой, да и все. Куда же это? Свободного пути. Ладно, давайте начнем с вам, с вас. Ну, у меня к вам обращение, товарищ. Вы подождите. Можно вам заявление оставлю? Да, можете его написать на листочке, я приму. Пишите. Заявление. Ну, я хочу, наверное, это, вам устно его оставить. А будьте добры, документы ваши есть? А ваши? Я уже показываю, у вас даже на камеру здесь. Кому? И вам, и вашему водителю. А, уже предоставлял документы. Нет, вы водитель. Или это отдельный ролик будет? Это водитель отдельно, я отдельно. Мы не сиамские близнецы. Вы ему показывали? Вы ему представлялись? Вы вопрос мне задали. Вы ему где представляли? Ваши документы? Я представился, предоставил вам документы. Мне? Я знаю, что вы мне сейчас нет, пишете. Мне? Да? Мне? Конечно. Или вы все это раскидаете на несколько дней? Я нарежу в лучших традициях, да. Все. Я реально нарежу. А все самые интересные моменты просто... Самые интересные я оставлю. Все. Я оставлю. Это для вас интересно. Для зрителей. Для общества. Для зрителей. Для зрителей. На основании которого вы получаете там свидетель. Я до сих пор не знаю, с кем я разговаривал. Я уже представлялся. Кому? У вас есть на записи. Кому? Даже три раза я кому? Вам представился. При предоставлении. Да вы первый раз вообще не представились. Ладно, не позорьтесь. Давайте представьтесь и примите заявление. Я уже представился вам. Хорошо, опозорились. Разочек. Ну, давайте я делаю вам и шанс. Давайте все-таки. Ну ладно, буду называть вас 4836. Уважаемый 40. Да все уже понял. Уважаемый 4836. Уважаемый 4836. Примите, пожалуйста, заявление о нарушении правил дорожного движения. От кого я принимаю заявление? От меня. Ну, от кого? Вы будьте добры, мне водить. Без этого не примете? Ну как, я же должен знать, от кого я принимаю. Ну, Вова. Вова. Что значит Вова? Ну что значит? Тут вот. То есть, ну, нет, скажите, если вы отказываетесь принимать от человека, который вам вы не представился. Документ, ну, да. Если я не предоставлю документ, ну, вы отказываетесь. Буду? А как я буду от кого принимать? Ну, то есть отказываетесь. Ну, от анонима. Ну, отказываетесь? Я не отказываюсь, мне документы. Тогда принимайте. Будьте, нет, если не отказываетесь, принимайте. Я принимаю вашу. Во, давайте тогда дальше. А, так, заметил. 22-го. Что-то название кто-то. Так, ладно, это неправильно. 22 числа. 22 числа, приблизительно в час ночи примерно, заметил автомобиль, ну ладно, час 30. Автомобиль Ольга 0883, 99 регион, который двигался с нарушением правил дорожного движения. А именно, при установленных зимних шинах знак Ш отсутствовал. Поэтому в отношении водителя прошу составить протокол
привлечь его к административной ответственности, руководитель пускай привлечет к дисциплинарной ответственности. Вы приняли? Все, обращение закончилось? Да. Все, ну, я вас принял от вас, Володя, хорошо. Да, вы сказали? Вова. Вова, да. Извините, Вова. Да. Вы... Гражданин Вова, я от вас принял устные. Да. Ваши. Куда вы мне ответ? Ответ куда направите? А я не знаю, вы мне не предоставили. А что ж вы не спросили? Я вас спрашиваю, этот паспорт, будьте добры. Так зачем? Я же должен. Что значит зачем? Так... Я должен иметь представление, с кем я общаюсь, куда буду отправлять. Там камерка у меня лежит, наверное, лучше ее взять. Правильно. Ну, он там пишет. Все, я от вас обращение принял. Нет, вы будет переверен в дежурную часть. Подождите, вы сейчас не будете протокол на нарушителя составлять? А он согласен наказаться, кстати. Согласен? Да, если мы. Давайте составим протокол. 250 со скидкой. 250 со скидкой. Да. Ну выпишем протокол, да все. Да. Ну что, отказывайтесь. Опять. Я смотрю сам на себя писать. Алло, да. Зачем? Вы им выпишите, вы инспектор. Не, ничего страшного, сейчас. Выпишите ему постановление. Все, вы от меня что просили? Ну я. Исполнение закона. Да я в жизни написал. В отношении меня вы административный материал составили, да? Правильно? Правильно. Составил. Да, нормально вообще. Инспектор ДПС. Да. Денисенко. Все правильно. Ну, а теперь вы, получается... Вы ко мне, гражданин. Нет, Володя, подошел с устным обращением. Я устное обращение принял. Ну, принял. Но бездействовал. Почему бездействовал? Ну как? Ну вы не составляете административный... Батальон, нет, на месте правонарушение составляется. Вы что, не знаете, как составить протокол? Слушайте, а вы наверное, на меня по прибытии в батальон составили, да? Ну да, вот я не пойму. Почему такая разница? Вы на меня административный материал по прибытии в батальон составили? Да. Какие? Ну, вот, заметил, что... своим обязанностям. Дайте по очереди. Материал. Вы будете составлять протокол на вот этого неустановленного лица? Установление, потому что он не мною не установлено. Он не представляется мне. Будете? Как он не представился? Он подошел. Еще раз повторяю вам. Вы сотрудник стоит? Полиции. Я понимаю, вы сотрудник. Вы сейчас еще раз. Все куски. Да, сейчас вы вырежу. Да, вот это вырежу, дайте. Не надо вот это вырезать. Я понимаю, что вы сотрудник полиции, поэтому второй раз у вас... Гуркин научил вас, да? При чем здесь Гуркин? Ну, вырезать, там еще банда провокаторов не хватало, да, слово? Ну, я не знаю, что-то. Правильно? Все, я от вас принял. Нет, вы бездействуете, бездействуете. Второе заявление. Второе. Итак, вы мне сейчас будете до утра, да. Давайте второе заявление. Так а что вы нарушаете тогда? Что нарушаете? А что? Я вам перечисляю, вы не хотите слушать. Вы бездействуете, вот не хотите привлекать нарушителя явного. Сами не представляетесь, он не представляется. Давайте начнем дальше. Он даже не оспаривает, он согласен понести наказание. 250 рублей штраф. Задний включил, пацана слова ничего не держит. Так, ну давайте, ответ мне письменный. Знаете, куда пришлите? Давайте я вам продиктую адрес, вы запишите, я не знаю, служебную книжку, может быть. Запомните. Я запомню, у меня хороший парень. Прошу направить мне письменный ответ по моему вот этому обращению, заявлению об административном правонарушении. Давайте начнем следующее. Следующее, ты пишешь? Молодец, моя крошка. Еще будет заявление? Конечно. Обращение. Обращение и заявление. Все обращения, Сокольского 35. Дежурный. Отказываетесь? Я не отказываюсь. Принять обращение от гражданина? Я от вас уже принял. И что? Ну. А лимит исчерпан? Причем здесь исчерпан? Я сейчас еду оформлять ДТП. И что? А я хуже, что ли? Вы не хуже. Ну вот и оставайтесь здесь. А что было раньше, нарушение вашим напарником или ДТП? Почему вы бездействуете? Или вы с одного ДТП будете на другой? Вы сейчас вот это, что сейчас? Почему? Нет, ну просто вот, ну что раньше? Почему вы бездействовали, когда двигались вот в автомобиле себя до меня? Нет, давайте следующее, второе обращение. Вы хорошо запомнили? Я уже сказал, вы сказали, запомнили. Повторять, значит, наверное, не надо. Потом видео. Вот это вот лицо, управляющее автомобилем, оно находилось на проезжей части в темное время суток без и что? Светоотражающего, не жилетка, не путай. А, ну... Специального светоотражающего снаряжения. Вы заявление-то это примете? Я ваше вы, или вы сейчас его рассмотрели уже? Гражданин Володя, я не рассмотрел. Я его принял. Почему? Гражданин Володя. Дежурную часть... А еще одно? А еще одно примете? Какое еще? Ремешки, да, правильно, ремешки. Светите мне в лицо, чтобы фонарь. Почему? А я не вижу, к сожалению, ваше лицо. Но водитель, ладно, уж не буду так шибать. Да ладно, чем не светить? Меня, да, нам. Да, конечно, а что? До свидания. А что без головного убора был? Заявление у меня к вам. Он же без головного убора был. Дичь какая-то. А мне кажется, поняли, что что-то не то, но поздно и как-то вот решили не сдаваться. Ну и... Куча нарушений инспекторов, там без жилетки, со знаком шипы, там проблемы у них, да, нежелание отвечать за свои поступки полностью, полная неграмотность, невладение правом, это все как всегда, будут написаны жалобы. И с вами был, собственно, Владимир Арсентьев, канал PhotoHunter.ru и Павел Завронов, канал AllRusNews. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки
И главное, пишите несколько комментариев о том, что вы думаете по поводу данных инспекторов, по поводу того, как они себя ведут, там, как они составляют материал. Как мы себя ведем. Как мы себя ведем, да. Но мы можем плохо себя вести, мы все-таки не служим в полиции, да? Есть право вести себя. Вот сегодня мы вежливо вели, но я чувствую зря, потому что они повели себя неуважительно ко мне, они просто уехали. Да. Вот, а также будет, я думаю, отдельное видео про, ну, так сказать, не то, что видео, мы тут просто обсуждали минут, наверное, на 10 все их, так сказать, косяки, недочеты, нарушения там, да, и думаем, что это выпустим отдельным видео, может, даже сегодня, может быть. Вот, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал Alrusnews, там бэкстейджи, новости, там закадровые всякие наши истории некоторые, которые могут даже не появиться на Ютубе, а там они есть. И в некоторые экстренные моменты там тоже будет самая свежая и полная информация об активистах, происшествиях, полицейских, оборотнях в погонах и прочих. Иногда и нам нужна помощь, и, по крайней мере, на этом канале, в Телеграм, можно будет увидеть о том, что нам требуется помощь. То есть приезжайте, например, туда-туда-то нас там бьют. Да? Да, мы стараемся для вас, но иногда нам нужна ваша поддержка. И кроме вас нам никто не может помочь. Никто, только вы. Только вы сможете нам помочь, а соответственно помочь и себе, и всему обществу, всему остальному. Просто своим присутствием. Хотя бы, да. Боритесь за свои права. Палец вверх ставьте обязательно. Ну и делайте все, что мы до этого говорили там. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Нет, нет, нехорошо. Почему? Вот. Делайте все, что мы до этого говорили. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите несколько комментариев. Вот несколько, прям много развернутых. Что вы об этом думаете, как вы об этом думаете? Вот и все. Что вы хотите видеть дальше в видео? Возможно, какие-то обучающие ролики. Может быть, надо быть жестче при общении с нарушителями. Может, мягче, может, как-то их там, не знаю, шутить над ними, ну как ты их просто сегодня, заставлять. Сегодня да, я хотел прилепить прилипалу к ним в машину, но они убежали раньше времени. Немножко нужно же развить юмор, шутки, потому что у них служба, он охрипший пришел, он наверняка орет на всех подряд, а тут вот охрип и не удовлетворился. А мы еще на 10 минут поговорим, да? Ну ладно, все, боритесь за свои права. Ну и мы уже говорили, да. Все. Короче.